Ровно 34 года назад, 20 июля 1986 года, в столице Испании, Мадриде, состоялся решающий матч 10-го чемпионата мира по баскетболу. В финале на паркете сошлись грозные и непримиримые соперники – сборные СССР и США. Одним из героев «золотой игры» стал тогда еще будущий олимпийский чемпион Валерий Алексеевич Тихоненко, выступавший за сборную Советского Союза. Балтер, Волков, Тихоненко, igualando el marcador a 4. Vamos a ver ahora Тихоненко. Валерий Тихоненко стал одним из лучших бомбардиров турнира и вошел в символическую сборную чемпионата. Прошло 34 года со дня чемпионата мира 86 года в Испании, где сборная Советского Союза заняла не первое место, как всегда, а второе. Но действительно, этот чемпионат мира был очень важен для многих игроков, для, скажем так, советского баскетбола и для меня лично. 86-й год – это чемпионат мира, после которого меня выбрали на драфте в NBA Атланту Хоукс. 86-й год – это чемпионат мира, где я стал самым результативным игроком сборной Советского Союза. Мы, как всегда, ехали за первым местом, потому что в те времена, кроме первого места, не рассматривалось ничего. И если говорить в общем по турниру, то мы прошли довольно уверенно под группу. Мы прошли дальше квалификационные 3 игры немножко тяжелее. Апофеоз, наверное, настал полуфинал, когда мы играли со сборной Югославии. Об этом говорить очень много, но так как сегодня очень короткие такое воспоминание, это, может быть, дальше расскажу об этом. Но где об этом матче, наверное, очень много сказано. За 53 секунды мы проигрывали 9 очков. И в конечном итоге, со всеми тонкостями, правилами, какие были в то время, мы все-таки смогли вывести игру в овертайм, выиграть в овертайме и выйти в финал. Ну и, конечно же, финал – это большое событие для любого спортсмена. И, конечно же, мы надеялись, что выиграем финал чемпионата мира. Скажу по себе, у меня не было, конечно же. Это был первый мой чемпионат мира, где хотелось выиграть. И сборная Америки те года еще ездила командой университета. Но были и очень хорошие игроки. Робинсон, Эллиот, Макси Бокс. Это действительно были хорошие соперники. Но финала у нас не получилось. Это очень обидно. Мы проигрывали по ходу, там, по-моему, порядка 18 очков, 16-18. Но в конце все-таки смогли довести до интересного момента, где проигрывали всего 2 очка, 4 секунды до конца. И мяч американцев, и они теряют мяч, и Валтерс в последнем броске не смог забить мяч. Но это был сложный мяч, и его было сложно забить. Поэтому чемпионат мира для кого-то может сейчас показаться. Второе место на чемпионате мира – это хороший результат. Но в те времена не было никакого места, кроме первого. 87-й год, когда мы приехали на чемпионат Европы в Грецию, тоже стали вторыми. И просто маленький пример – вот эти года, когда мы возвращались обратно в страну. Никто из представителей нас не встречал, потому что мы заняли второе место. Сейчас, конечно, это слышится немножко так смешно, потому что в те времена было только первое место. Ну и, конечно же, апофеоз – это 88-й год, это Олимпиада 88-го года, где мы смогли реабилитироваться. Ну, как сказать реабилитироваться? Любой спортсмен, чего хочет добиться в своей карьере – это, наверное, олимпийских наград, это, наверное, самое высшее, то, что, к чему стремится спортсмен. Но это совсем другая история. Я хочу пожелать всем, не только любителям спорта, а всем нашим жителям, жителям нашего прекрасного Казахстана, занимайтесь спортом, занимайтесь
даже не профессиональным, а просто любительским спортом. Или просто гуляйте, наслаждайтесь, уделяйте внимание немножко себе. Это очень важно для вас, для развития, для нашей нации и для движения вперед.